Хорошо, хорошо. Вы знаете что, если в это, я, мы поедем из Петергофа, потому что я, как говорится, вот. И если что, вы знаете, может быть, как бы вот завтра поедем, если мы чуть раньше поедем, то, не знаю, там, на полчаса раньше как-то вот это, если вас устроит, я вам могу так это позвонить, что мы едем. Да, давайте, давайте. Да. Хорошо, ну вы знаете, не то, что там супер-супер пораньше, а знаете, там, ну не знаю, там на полчаса пораньше, то есть, знаете, потому что, ну, вот тоже дорога, да, то есть я вам тогда просто позвоню, тогда вы чуть пораньше сможете там подойти, хорошо? Да, вы мне позвоните, как будете выезжать, чтобы мне примерно знать. Хорошо, хорошо. А как вас зовут? Меня зовут Инна. Инна, великолепно. Меня Татьяна. Хорошо. Ну да, наверное, определился, скорее всего, да, определился. Ну все, тогда я от вас буду ждать звоночку. Ой. Там ну, даже может быть так. Ну да, ну, да, 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 где-то так, да. Угу. Угу. Все, хорошо, до свидания. Ага, хорошо, спасибо. Угу, до свидания. В общем, вот так. Это мой паспорт. Еще один человек, который хочет купить квартиру. Вот, мой паспорт. Номер 4018-109-216. Выдан ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург, Ленинградской области, 07-08-2018 года. Код подразделения 780-041. В общем, квартиру, которую я продаю, я в ней зарегистрирована с 1990 года по настоящее время. Имейте это в виду. Так что.